Здравствуйте, уважаемые зрители! Линия Сталина – система укрепрайонов, протянувшаяся от Черного моря до Балтики, вдоль старой границы Советского Союза. Строилась она не в самое лучшее время. В нашей стране шла индустриализация, росли производства циклопических масштабов, а вслед за ними тянулась и социальная сфера. И у СССР, как у страны небогатой, на все средств не хватало. Да и угрозой на Западе была еще не Германия, а всего лишь Польша. Поэтому линия состояла из уров, прикрывавших крупные транспортные узлы и дороги, ведущие к ним. На блицкриг образца 1941 года эти укрепления рассчитаны не были, ведь на тот момент это было что-то за гранью возможного. Основой укрепрайона становились доты, всего 2079. Чаще всего они были пулеметные, но были также и орудийные. Причем некоторые имели подземные помещения и коридоры, связывающие доты между собой. Но это, конечно, были единичные случаи. В 1939 году после переноса границы на запад началась постройка новой цепочки укрепрайонов, так называемая линия Молотова, но ее достройка осуществлена не была, поэтому порой войска занимали позиции на ней, встречая лишь колышки и котлованы, обозначающие места будущих дотов. Были, конечно, и завершенные объекты, и их защитники дали тяжелый бой врагу. Так, последние защитники Брестского укрепрайона на границе вели бой еще 2 июля 1941 года, хотя Минск пал 28 июня. Но вернемся к линии Сталина, которая к 22 июня 1941 года подошла не в плохом состоянии. Никто ее не разрушал, не закапывал и не разоружал. А в первые же дни Великой Отечественной войны она была наполнена войсками, отмобилизованными еще до войны. Бои за этот рубеж вспыхнули 25 июня 1941 года. Отпор врагу дали защитники Минского УРа. Прорваться через него немцы не смогли. Но так как сплошной линии дотов не было, фашисты нащупали слабое место и, совершив обход с севера, прорвались в Минск. После этого защитники Минского УРа были вынуждены прорываться из котла к своим. На юге оборона линии Сталина началась чуть позже, 30 июня 1941 года. По бетонным исполинам немцы вели огонь из артиллерии. Да, их выстрелы стены выдерживали, но при многократном попадании они крошились. Тем более бетон при постройке был далеко не лучшего качества. А затем в бой шли штурмовые группы, состоящие из пехоты, саперов и легкой артиллерии, которые охватывали доты, подбирались к ним как можно ближе, и в ход шло все, от огнеметов до гранат и взрывчатки. Так гремели яростные бои за Новоград-Волынский укрепрайон, который немцы к 8 июля 1941 года прорывают, устремившись на восток. В эти же дни был прорван Остропольский укрепрайон. Впереди были упорные бои за Киевский укрепрайон, который немцы, несмотря на яростные попытки штурма в августе 1941 года, не прорвут. В сентябре наши войска оставят его сами, после окружения Юго-Западного фронта. Помимо Киура стойкость показали защитники Полоцкого укрепрайона в Белоруссии, оборону которого занимала 174-я дивизия Зыгина. Три недели тяжелых боев позволили задержать продвижение противника на восток. Наступающим войскам вермахта под Смоленском не хватало топлива и боеприпасов, так как не удавалось взять под контроль Полоцкий дорожный узел. Об этом подвиге я уже рассказывал, ссылка наверху в подсказках. В итоге, как мы видим, мужество защитников линии Сталина позволило выиграть время и нанести существенный урон противнику. Так, только под Минском всего за несколько дней немцы потеряли 210 единиц бронетехники с различной степенью повреждения. Но отработанная тактика и создаваемое превосходство на острие атаки делало свое дело. И разрушенные и обожженные доты линии Сталина оставались за спиной наступающего врага. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.